Пані Валерію, от говоримо про підсумки сьогоднішнього візиту лідера Туреччини в Київ. А так здається, ну емоційно досить контрастною була зустріч порівняно з Борисом Джонсоном, який так здається ледь не по-приятельськи вітав Володимира Зеленського, і всі там звертали увагу на його гардероб. Про це ще пізніше поговоримо. Ердоган лідер трохи іншого стилю. Які ваші враження від цього візиту, від слів, від документів підписаних? Ну, ви знаєте, в кінці кінців, це історичне событие, і торгове соглашення о зоні свободной торговли, которая готовилась 10 лет и которая сейчас обсуждают, это крайне важная история для Украины. Кроме того, нужно опять же посмотреть на то, как позиционирует себя господин Эрдоган в контексте отношений с Россией. Он готов стать посредником здесь. И для него это важная роль на международной арене, потому как есть некое противостояние там по Южному Кавказу, могут быть еще ряд каких-то скользких моментов, где Турция будет продвигать свои интересы. Для него эта площадка крайне важна. Кроме того, и по Минску делаются заявления определенного характера с его стороны. Эти заявления однозначно признают Россию стороной. Нет каких-то оценочных суждений жестких по Минску. При этом Эрдоган всячески еще сам инициирует обсуждение вопросов Крыма. Для Украины это важно и в контексте Крымской платформы, и в контексте еще каких-то международных наших движений, которые мы инициируем. Поэтому, конечно же, то, что один из партнеров, признанных не такого большого количества международных партнеров, которых мы официально признаем на международном уровне, там, по-моему, 5 стран, вот Турция один из них, официально признанных Украиной, поэтому посетил Киев и провел переговоры на самом высоком уровне, это для нас важно. Вообще активизация международной повестки, на мой взгляд, это очень хорошо для Украины. Другое дело, что здесь нужно понимать, что скорее всего это вызвано все-таки тем, что интересы наших партнеров в данном моменте совпадают с интересами Украины, а не являются результат. Вот эти все встречи, которые проходят, не стали результатом нашей проактивной позиции. И в этом я вижу, конечно, там небольшой минус. Но тем не менее, если Украина сможет использовать все эти визиты себе на пользу и получить долгосрочные, стратегически важные отношения с вот этими странами, лидеры которых посещали Украину, я надеюсь, будут еще в дальнейшем посещать, плюс, опять же, торговые соглашения, о которых сегодня мы говорим в контексте Турции, и о помощи финансовой, которая в контексте вчерашней встречи с Борисом Джонсоном, 88 миллионов фунтов стерлингов, это тоже очень как бы существенно, что вообще речь об этом заходит. И, вы знаете, такие события у нас не часто происходили, и то, что они происходят сейчас, и в такой большой концентрации, безусловно, это важно, это нужно, и хорошо, если украинская власть сможет мудро использовать эту ситуацию на пользу стране с учетом наших национальных интересов.